Вот такие здесь места. Вот она, природная идиллия. В прошлой серии фильма мы увидели диких голубей, пару молодых фазанов, курочек и главного героя – зайчика. Пару зайчиков. Вот и курочка. Оказывается, две курочки пробежали мимо прошлой серии, а третья курочка увидела, что существует опасность, и затаилась в кустах. А две не заметили меня и проскочили. В последний момент заметили, но потом проскочили. По-быстренькому. А третья затаилась. И вот она, а ей же нужно к своим, к семейству. И вот она решила пробираться через поле, открытое поле, обходя опасность стороной. Ей нужно сейчас пробраться в центр поля, подальше, подальше, прячась, она бежит, пригибаясь. Поле открытое, поэтому она на виду. Трава низкая, ее видно. Старается перебежками переходить. Трава еще не успела вырасти после уборки урожая. Поле пшеничное было, пшеницу убрали. И вот она пробирается на свой страх и риск. Вот как она быстро бегает. А тем временем зайчик продолжает. Сороки рядом с зайцем тоже хорошо. Они глазастее его. Выводки сорок. Ящериц смотрят на поле всякую живность. И любая опасность будет предупреждена. Они же стрекочут, но этот выводок молодые сороки, они еще неопытные. Но где-то есть мама их, родители, которые всегда оповестят о малейшей опасности. Тем временем курочка дошла до середины поля и пробирается уже к колючим кустам. Рядом сидят сороки, но сороки привыкли к такой живности, к зайцам, к фазанам, поэтому беспрепятственно пропускают ее в укрытие. Соседний лесок. И зайцу тоже перепадет предупреждение об опасности. И он всегда может спрятаться, вернуться в колючие кусты. Вот и добралась до места, где можно спрятаться. Она еще молодая, уязвимая, может конюк
запросто ее схватить. А тут и зайчик сидит. Заяц, скорее всего, плохо видит, но слышит очень хорошо. Две курочки, пока я зайца снимал, две курочки прямо в 10 метрах от меня, может даже меньше, пробежали. Я ж стою, как сухое дерево, не двигаюсь. И они не заметили меня, но быстренько пробежали, потому что я их стал снимать, искать, пока навел фокус. Какая-то стая. Это ибисы. Вот они летят. Очень редкие птицы в наших краях. Это удача. К нам прилетают из Египта на гнездовье выводить птенцов, так как у нас безопаснее. Благодатные заводи способны прокормить и птицу, и их потомство, птенчиков. И климат благодатнее здесь. Вот они и прилетают из Египта сюда к нам. Дикий голубь летит к своим птенцам. Молодые сороки беспечно охотились около зайчика. Родители отлетели подальше, предоставив им свободу. Но как только появилась опасность, родители увидели и стали оповещать молодое свое потомство. Молодые сороки послушные, ведь от этого зависит их жизнь, сразу же покинули поле, стали перелетать на деревья повыше в безопасное место. Ну а наш зайчик беспечно лакомится травкой. Пока есть такая возможность, и выгул собак человеком происходит по ту сторону зарослей и небольшого леса. Свежая травка. Такой не найдешь в кушерях. Только свежая травка на поле свежескошена. Похоже, зайчик что-то заподозрил, прекратил трапезу и насторожился, так как сороки оповестили, поэтому он насторожился и думает, что делать. Все-таки зайчик решил быть поближе к колючим кустам.
сейчас пролетели, похожие на бакланов. Но в этих краях я впервые их вижу, они только пролетом бывают здесь. Там небольшая заводь, низина в конце лесополосы. Такое, а дожди прошли, там воды сейчас много, везде воды, в канавах, и там, видимо, бакланы. Не ожидал я их здесь увидеть. И полетели дальше искать. Может быть, увидели меня. Фазаны пробегали мимо, видимо, на поле, да, на поле же все открыто. Они жучков могут собирать спокойно. Молодые фазаны, уже без родителей, сами бегают. И вот две пара молодых фазанчиков здесь, курочек, пробежали прямо туда, а там же лесополоса, заросли, там как раз вот хорошо место им для, чтобы прятаться. А так на открытом поле они уязвимы. Удивительно, с той стороны город уже наступает, а здесь такой оазис природы. Зайчик все еще на поле. Не спеша, неспешная жизнь, красота. Животные, птицы, тишина, благодать. Зайчик все ближе и ближе подбирается к зарослям, держится неподалеку. Правильно делает, так как здесь бывает умуливают собак хозяева. А собаки, собакам дай волю побегать по заячьим следам. Вот совершенно беззвучно летит. На закате солнце красивый. Все его цвета видны. Одна голова вертится. Поэтому заяц думает, что здесь сидит какая-то птица на пенечке. Не подразумевает, что его снимают. Солнце все ниже и ниже. Красота. Здесь трава сочная. Такую не найдешь в лесополосе, в лесочке и выгоревшей от солнца травы. Все-таки август месяц, трава уже выросла, весенняя, дала плоды, семена. А здесь
свежая сочная травушка. Сегодня закат в тучу, значит, еще будут дожди. Зайчик решил на поле пойти дальше, опасности нет. Сходить на поле за свежей травкой. Оглядывается, далеко ли кусты, спасительные кусты. Но ему конюка нечего опасаться, он крупный большой заяц, конюк не возьмет. Видимо, решил отправиться. Да его и не видно, если он затаится. Если зайчик не движется, прижмет ушки, все, он невидимый. Поэтому его спасает его расцветка. Теперь понятно, почему зайчик прибежал именно сюда. Совершенно невидимое издалека, но сейчас видно, что из-за кустов выглядывают два ушка. Это его подружка. Вот почему он сюда пришел, совсем не за травкой. Буквально в 2 метрах от него его подружка. А вдвоем, как известно, ни серый волк, ни рыжий лис не страшен. Пусть у них все складывается хорошо, чтобы было побольше зайчат, которые радовали бы наш глаз своей естественной красотой. До новых встреч, друзья! Впереди новые встречи с этими прекрасными существами.